Так, ну что, ребятки, всем привет, всем доброе утро, доброго дня, хорошего настроения, мир вашему дому. Мы находимся на центральном рынке, городской, видите, рынок города Кызыл. В общем, пойдем посмотрим, что у нас тут продается, что как, что почем, какие цены. Сейчас я вам покажу, что смогу, то покажу. Так что прогуляемся, посмотрим по ценникам. Мясную лавку вам покажу и вещевой также покажу. Так что с вас лайк, с нас видос. Как всегда, по красоте. Погнали. Чё? Вот она, да. Почем? Сколько? 300. 300 нет? За 300. 300 бери. Берем. Остаток портета. Бери, Людочка, сидит. Ну-ка, примерь. Как она? Да у меня там краб. Краб, да? Ой. Сейчас Людочка оденет себе панамку. Держи. Зато и ничего, да? Будешь брать? Да. Ну, все, берем. А так вообще почем? Кепочки. Лакост. Почем? 700. 700, да? Угу. Футболочки, сына, смотри, какие тебе надо, нет? Что написано? Пацаны не извиняются. Почем футболка? 300 рублей. Отсоси у тракториста. Военторг. Вот тебе что надо. Костюмчик, Егор. 1600. 2200. 2700. 1600. А буточки, смотрите, какие, ребят. 4 с половой. Порядочные такие. Вот такой тебе костюм надо, сын. Или у тебя есть? Есть. Вот. Вот. Балаклаву тут хотел. Смотри, какая балаклава. Ну, она чуть-чуть тугая, которую я хочу. Тугая, да? Угу. Шорты по 500. Тебе не надо? Шортики. А он что? Нет, говорит? Угу. Как ты на курорт-то поедешь без шортиков? Вот трусики не надо тебе, свеженькие, купальные, надо. Обновить? Надо. Какие? Ну, Людочка, тебе не надо? Ничего тут? Купальник какой-нибудь свеженький. Такие же, да? Почем? 400. 400, да? Понял. Вот такую не хочешь, Людочка? Почем они? 1000. 1000. Большие, может, есть. Красавец, да? Ну, вот посмотри, рубашечку нас спроси, почем? Почем рубашки белые? 500, да? У меня рубашка там есть. На 1 сентября тебе надо покупать. Есть. Есть уже? Все, то есть не надо, да? Нет, у меня только одна. Большие размеры. Штанишки Людочка хочет, ребят. Подбирайте. Почем? 350. Вот, давай, бери. Ты же юбки хочешь. Почем юбочка? Все понятно. Покороче нет? Вещей много, да? С вещами проблем нет. Не знаю, стирать. А вот этот почем костюм на 1 сентября? Так, ребенку. Вот все, собрать. Двойки? Ну да, вот примерно вот это, да. Двойку, ага. Это будет отдельно 1500, рубашка 1000 рублей, это будет 3200. 3200, да? Прикажи.
помирить. Сколько цена? 800. А 650. Со скидкой будет, нет? 700, да? 700. А 650. И для блогеров. Мы вам рекламу тут сделаем. Какой у вас тут? Аряд, скажите. Куда приходить к вам? Подписчики. Сейчас подтянутся. Да, сыночек? Ну, расскажи, пока мама там примеряется. Ничего. Что-нибудь. Как тебе отдых? Нормально. Нормально? Ты уже устала от этой жары, да? Тяжело сильно, да, здесь? Отдых такой тяжелый, да? Ну, ничего, что-то. Скоро уедешь. Дальше поедешь курсировать. Еще покупаться надо тебе, да? Сегодня. Только ты не понырял еще, да? Все, понял. Ну что там, как? Нравится? Побольше, наверное, нет? Легкий, удобный. Свободный модель. Так как-то, да? Нравится? Ну еще за 650 отдают, то поехали. 700 рублей отдам, возьмите. Оденете. Что будем делать? Не знаю. Есть, нет, у тебя еще 50 рублей добавишь, маме? Так, тут что? Обуточки. Какие, Людочка, тебе нравятся? Легкие. Вообще легкие надо. Воздушные. Почем вот такие будут стоить? Какие? Вот эти? Ага. Второй ряд все по 1000, первый ряд 1500 только. 1500. Остальные все по 1000 даю. Вот распродажи делаю. Да? Вот в зеленых коробках по 1500. Все ясненько. Очень хороший, модненький такой. Но. Там. Все по 1000, ребят. Приходите, здесь все за 1000. В коробке вон сынуть ничего не надо? В коробке. Вот это распродажа, наверное, коробка. Да? Так, по 500. Вы ему ищете, да? Да, мы просто смотрим. Но. Заходите, здесь сандали есть, может, посылки. Понял, понял. Парка. И сандали, и кроссовки. Чего только нет вообще, да? Полно, да? Так, а что Китай рядом? С Китая. Раз и все. Что там? Тут ближе Китай притащит. Через Монголию. Раз и все. Что там, сыночек? О, смотри, какие, ну-ка. А другой крутится. Нравится тебе, нет? Почем? Не, ну просто. 700. 700, да? Вот маленькие такие. Что только не придумают. Не, да? Ну. И таких нет, да, в этом? Нет. То есть выбор огромен здесь, да? Так что мы здесь недалеко. Нам сюда выгоднее ехать, чем в Красноярск одеваться. Тут 300 километров мы находимся. А до Красноярска 500. Будем знать, да? Видишь, с вещами здесь это. С питанием дорого. Ну. Прикольно. Вообще. Нравится? Да. Пойдут тебе, нет, в школу на 1 сентября? Купить? Тысячу рублей стоит. За 500 сейчас отдадут. Ты еще не спрашивал. Я знаю, что не 700 стоит. 700 даже? Вообще, вон. Целую кучу. Так что нормально. Вон, сыночка, смотри, тебе на свежий вот этот зелененький, вон тот 10-й. Почем спроси? Ну просто спроси, почем. Надо спросить. Почем костюм? Вот эти. 1000? А 800? Вот еще, сынок. Надо тебе, нет? Не хочешь?
Вот си, вот Рональдо. Зеленый вот этот красивый мне будет. Ну, может, большой такой есть у них. Но будешь брать? Не знаю. Но еще вот. Но почем? 800, нет? 800 заберем. Красный, да? Красный, сынок, или что? Или он еще выбирает, сейчас выберет. Или вон желтый. Самый. Или вот зелененький. Сейчас. Белый, вон. Ну. Вот этот. Давай, мерь. Пока нам. Сверху или снимешь? Снимай. Снимай, но. Ну чё, как? Нормально, да? Mm-hmm. Подходит, да? Вот тебе зеркало. Ну, ну-ка, чё тут? Все, вот, пойдет. Все, добро. Хорошей торговли. Пошлите дальше, ребятки. Так, тут что, сыночек? Вон эти. Москитные сетки почем? Плотные. Почем сетки москитные? 350? Это небольшой. 2,10 на 1,20 м. Нормально. Вон чесалочки, смотри, какие. Я все хочу вот такую. Хорошая, да? 100 рублей. Она и с этой вон, да? На этот. Вклеился. Нет, а я видела там. Не будем? Кубинский или синий. Давай возьмем. Есть у тебя 100 рублей? Сейчас я наш шкребу. Шкреби, Людочка, шкреби. Шкреби, Людочка, только шкреби. 90 на шкреби и пойдет. Ну, 90 у нас. Все. У нас 90 только. Все, ребят, берем эту погремушку, Людочка. Играться. Желтенькую. Mm-hmm. Да? Она лопнутая, нет? Да. Другую дайте. Так, тоже желтенькую. Mm-hmm. Держите денег. Mm-hmm. Да. Пошлите дальше. Тут что тебе надо? Какой еще пистолетик? Пошли. 300 рублей стоит. Дорого это, да? Или нормально? Вот, смотри, тут велозапчастей сколько. Тебе ничего не надо на велик? Надо. Че? Насос надо. Почем насос? Какой? А, вот, держит он. 1800. 1800. Гудочек. Хороший. Где-то у нас же был такой, да? Да, точно. Ну, пойдем, пока еще велик тебе не купили. Но он у тебя уже есть, да? Ну, можно сказать, да. Но. Ну как можно? Ты же когда видео сейчас смотришь, уже ты же на велике катаешься. Хороший, да? 700 рублей. Кого тебе купить еще? Какие? Почем? Вот такие. Ну? А вот эти почем? 500, да? Игрушек много, да, Егора? Что это? Рот открывает, да? Палец. На какой-то, да?
Ха-ха-ха, попался. Сапоги или что это? Сапоги. Сапоги, да? Какую кирзовые цену? По 4. 4000, да? Да. Кирзовые, да? Да. Вот такие. 4000. А вот это же не кирзовые, да? Это какой? Кожа или что-то, да? Да, кожа. Эти почем? Так же? Эти по 5. По 5 даже, да? Mm-hmm. Все, спасибо. Хорошая вроде. Ну все, что мы тут? Что, ребята? Пойдем поправим. Упала. Упала? Mm-hmm. Ну поправь. Что здесь? Закончен рынок. Обзор рынка закончен. Небольшой вам сделал. В городе Тула. Так что едем купаться едем, да, сынок? Нырять будешь сейчас. Сейчас на Енисей поедем. Будем купаться, нырять. Потом до дома, до хаты. Вещи собираем на самолет и улетаем. Вот тебе портфелик, может, какой школу. Почем портфель? Портфель какой ему? Или вот такой Nike? Где? Вообще был вот такой. Какой? Вот такой хочешь? Ну, какой-то такой. Нормальный. Почем? Где? Вот это. Это 1200. 1200, да? Все, ясно. А, это? Это тоже 1200. Так же, да? Это 1500. 1500. 1200. По 2, да? Угу. Все, спасибо. По 1000 вот такие есть. Какие? Вот. По 1000, да? Вот маленькие, да. Ну, маленькие уже нам не надо. Уроки добавляются. Пойдем, сын. Ну все, Людочка, говори всем заветные свои слова. Сумку мне вон ту купите. Сумку ей купите. 1000 рублей надо всего лишь. Да. Но. Вот может тебе вот такую сумочку купить? Пойдет? Вот или какой? Перед Дагестаном. Но перед Дагестаном. Все, ребят, давайте. Давай. Все. Не скучайте, да? Угу, не скучайте. Подписывайтесь, ставьте лайки. Мы поехали купаться.